Гимнастки со всей России съехались в наш регион. В Иванове стартовало первенство по художественной гимнастике «Русь». В нашем городе эти соревнования проходят уже 13-й раз. Участниц 470 участниц. Это вместе с групповыми упражнениями и в личном первенстве. Всего представлено больше 40 городов России, 30 регионов. Соревнуются как взрослые гимнастки, так и совсем малышки. Возраст участниц от 9 до 18 лет. Соревнования проходят как в личном зачете, так и в групповых упражнениях. Несмотря на юный возраст некоторых участниц, судьи оценивают их выступление очень строго. Композиция оценивается у нас из трех бригад, составляются бригады судейские. Одна бригада оценивает трудность исполнения элементов тела. Вторая бригада – трудность работы предмета. Это как в цирке, если понятнее будет. Цирковое искусство с предметом. Третья бригада – это артистическая ценность, что особенно понятно нашим зрителям, потому что если гимнастка артистична, в зале становится очень тихо. И экзекьюшн – это бригада исполнения, та бригада, которая отслеживает ошибки, которые исполняют, к сожалению, гимнастки или в теле, или в работе с предметом, когда он, к сожалению, теряется, или выполняет нетехничную работу, неправильно имеет гимнастка манеру держать предмет. Это все тоже оценивается. Соревнования эти отборочные перед большим общероссийским первенством. Здесь будут выбраны 22 лучшие гимнастки от добровольно-спортивной организации «Русь», которые выступят на всероссийских соревнованиях «Юный гимнаст». Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.